интересный сегодня сегмент нашей деятельности. В нашей стране для нас все остальные сегменты либо падают, либо держатся стабильно. Рынок автобусов растет. Несколько лет назад мы понимали, что опять есть отложенный спрос. Все равно общий дрейф в мире идет в сторону общественного транспорта, и поэтому мы занялись разработкой нового облика линейки автобусов. Ну и тут, как говорится, нас к этому еще администрация Москвы подтолкнула. Мы вышли на контакт, стали участвовать в тендерах. Получили очень высокий уровень требований к техническому облику автобуса. Вот. И нам сегодня нравится то, что мы сделали и будем делать, потому что мы хотим предложить жителям нашей страны на улицах городов красивые комфортабельные автобусы. Потому что невозможно победить трафик и пробки, если не будет развит общественный транспорт.